Привет-привет, мои дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Ирина. Сегодня выходной, и я приехала на Петровку, на Почайную, на барахолку. Это Киев. Вот, долго не была, погода была несоответствующая. А сейчас смотрите, сколько много людей. Надеюсь, мне что-то сегодня повезет найти. Друзья, смотрите, какая шляпа. А вот продают целый ковер. 800 гривен. Не первый раз встречаю на барахолке ковры. Чем тут только не торгуют. Много новых тарелок. Целые стопки. Рисунок Укр-ресторан. Встречала такие еще и стаканы. Тут вот уже остатки рюмок, стопок, стаканов. Вот еще немного тарелок. Цены 35 гривен, 30. А почем такие чайные пары? 100. 100. Там сервиз был на 18 персон у меня. Забрали, значит, по 3 чашечки. Вот еще немного чашек советских, 60-70 гривен. На вот небольшого размера стеклянная ваза, цветное стекло. И еще одна, 120 гривен ценник. Вот такой вот небольшой кувшинчик, тоже 120 гривен, где-то пол-литра объем, может чуть меньше. Кобальт-чайник, джемница 80 гривен, масленка, остатки какого-то сервиза. Вот, друзья, смотрите, какой гаджет интересный. Так, берешь, открываешь, и сахар, скорее всего, сахарница. А вот небольшой соусник белый, это Дулёва. Цена 80 гривен. Так, вот миниатюрная ваза 50 с цветочком, 50 гривен. Такое розовое стекло, небольшая емкость и небольшая ваза, стакан. Такая вот миниатюра. А вот ваза настенная. Друзья, смотрите, какая горчичница. Соусница. Сколько стоит? Это посеребрение 200 гривен. С блюдечком, да? Да, это все на воду для горчицы. Серебро с посеребрением. Это советское это. Это мыло и вода, да? Да? Вот так оно идет. А это правда. Это скорее всего Европа. 100 гривен, да? Я вот тут. Да. Нет. Кстати, 1800. А почем орешницы ваши? Я не знаю, это все за 100 гривен. Это не серебро. Вот это оригинал, 625 долларов стоит. О, Тиффани. Да. Ну, продать. Какое почем? 600. Это 835-я советская. Возьмите. Женщина говорит, принеси, принеси. Я, говорит, 1000 гривен даю. 1300 могу дать. Ну тогда. Я, говорит, 1000 вам даю. Там, ну, а пудреница почем? 1300. А такое? 650. 200 гривен флакончик. Красивый. Там описа есть, если хотите. Ну, уже достал. А ложки ваши почем? По 35 за грамм. Угу. И маленькие, да? Это 84-ка. Царское серебро. Для сахара или? Да. Для специй? Для специй, да, совочек. Миниатюрный.
Сколько стоит? 4000. Добрый день, а такие пацаны? 1200-1300. Типа не знаю. Ну, редкая проба. Позолота еще родная. Ну, почистить надо. А за 1,5-2? Продано. Конечно. Они, сука, вас и ждут. А что за перепелка? Пытка. Ага. Вот хорошая какая. 600 гривен. Так, а это у вас поваренок. 600. Угу. Вот у меня тоже новый появился. Чарли. Это уже последний выпуск завода Короса. Да, такие уже современное клеймо. Да. Хорош. Сколько стоит? Это 1200. 1200. Его даже в каталоге нет. Его даже нет в каталоге. Прекрасно. Вот потом закрылся. Так, а вышивальщица ваша? Это 1500. Угу. Хорошая. А девочка с флажком? Это полторы. Полторы. Бурач. Так. Джель, это 1800 гривен. Хозяйка медной горы. Хозяйка медной горы. Оно открытое было, понял, а потом что-то закрылось здесь. А Снегурочка ваша почем? 1300. 1300 гривен. Зайка. Полона. Я вас не следала. Это киевская вообще. Вот это киевская подруга. Киевская. Вообще легенькая. Сколько такая? Это 600. 600. Может и белая, но у меня старая. Да, да. Не, они похожи очень. А почем гунцулы? Эти 1300, эти 1200. Это с клеймом у меня. Угу. Угу. Вижу, вижу. Так. Тут тоже есть клеймо. А нет, это сорт, цена. А почем эта красота? Эти по 1,5 сейчас. По 1,5. Вспомни, вот это 1,5. Это 600. 600. Это 800. 800. А Киев дороже, да? А? Киев дороже у вас. Дороже, ну, хороший. Ну, там Киев, там все в золоте, он, конечно, там. Краска. Ну, он будет стоить 2000, это минимум. Конечно. Красивый сам, красивый сам по себе. Хорошо сделан. А вот композиция частушки. Это коростынь. Сколько вы сказали, пара? Да. Стоит 200. А вас пострахали с одного яичницы? Нет, все то же самое. А такой сколько стоит? 150. 150? Потом на ножке стоит. Машина, а там это не эта собака, там сколомин. Мы это не взяли, есть такой. А, да. Это целое. А вот этот? Такой 300. 300. Это Германия старая. А я тут ночи сяду. Любые 100 рублей. Три пары на 200. А такое? Такая 400. Германия. 400. Давай бутерброд. А лошади? 300. 300. Красивые. А дарочка ваша винтажная? 100 гривен. 100 гривен.
Сашко. А то, что доктор прописал, что? 150 стаканчиков нет? Ваша стоит? 3,5. 3,5. А красная поменьше? Тоже. Тоже? Тяжелая. Впервые встретила такой миниатюрный кувшинчик, коростынь, целенький, только грязный. Цена у него 50 гривен. А сколько стоит такая? В родной упаковке. 3,5. 3,5? А вышивальщица ваша? Она уже тоже, она почти продала. А сколько стоит? Нет, тысячи. Там уже кто-то любит. Да. Кто-то уже продал. А этот? 2,5. Ой, как мне нравится гусар. А вот этот набор на трассе. Они все в стол. Я могу позвонить. Кто позвонит? А не знаете случай? Сейчас я спрошу. Я позвоню. А сколько стоит? 4,5. 4,5. А тоже столько? 4,5. Господи, забыла. Трубочист? Да. 350. А вторая статуэтка есть еще, он с дамой с зонтиком. А, нет, 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 нет. Редкая. А сколько субботник? Или это не есть субботник? Я. Да, субботник. Субботник же. За 5. Одного не хватает, но его даже сейчас. Я поняла. Там такой, только с большой трубой. А вот такой сколько стоит? Голова отбита. Ага. Ясно. Кому-то под реставрацию могу. Вот 250. Это дорогие. Да, да. Я видела. Такие классные. Так, рукав есть. Там у нас было и по 400 карасей. Да, да, потому что есть такая просто обтекаемая рука. У нас было и по 500 карасей, а цей інший. Це дурак-дураку розі. А цей прижмурений. Зажурний, прям рука лежить, да. А клеймо можна? Да. А, старий. Старий. Самий перший. Це тисяча гривень, ви сказали? Да, тисяча гривень. Це самий перший варіант. А дарка сколько стоїть? Дарка 700. Дарка теж. Ми зараз розкажемо, чого. З перших, їй 150 років. Це як, масленка? Масленка, і корниця, хто як називає, хто паштетниця. Але клейма немає, бо змілося. Да. Ну, 150 років. Клас. Зараз, в основному, це ранній варіант. Вона йде біло-чорна. Угу. А це зелена. А, це так. Да. Це сама перша. Тільки 1500 за Кузнєцов? Да, Кузнєцов. Крута. Ну, подивитись в інтернеті. Да, подивимось. Подивимось. А почем ваза вот такая? Така 400. 400, а вот это? Да. За 300. Ну, я вам уже не видим, что 300. Почему вам интересно? Друзья, я иду дальше, а вы пока подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал. Такая вот кружка. Киев.
калядный, да. Стоит 100 гривен в очень хорошем состоянии. Вот, друзья, смотрите, какие чашечки. Это барановка. И уже такая из последних, уже они клеили диснеевские принты. Такие чашки по 7 гривен. За 20 гривен отдавали 3 штуки. Чашка с ежиком стоит 10 гривен. На этой точке всегда очень дешевые чашки, тарелки. 5, 7 гривен, 10. Тут уже хрусталь добавили. Разнообразие сегодня на барахолке. Много интересных предметов. Вышиванки, рушники, картины. Разные-разные тарелки на стены, декор. Много книг, много кухонной утвари, разных кухонных приспособлений. Чего только тут не встретишь. Ну и, конечно же, спорт-инвентарь. Такая вот гиря стоит 1000 гривен. А сколько такое чудо? 100 гривен? Ну, цены дорогие. Да. А вазочка? Вазочка 150. 150 или подсвечник? Ой. А вот такая? Такая 200. 200 гривен? О, тут даже... Васильку, парши, все троечки, парши. Да. А кружка? Кружка, це опічня, 50-й год, ну, чесно сказать, 100 гривен, що-то вони не ходили. Не хотят, да? Понятно. А вот этот вот глечик? 550. Он без пробки, да, был? Красивый. А вот эти вот? 450. А это горшок или вазочка тоже? Это ваза. Ваза. И сколько такая? 300. 300 гривен. Цвета у них, конечно, красивые. У меня была такая 60 сантиметров. А зверей нету, животных, чтобы так разобрали? Сегодня приедем. Корова и маленькая. Вообще шикарная. Вот это 350, вот, да? Шикарная, да. В идеале тоже никаких дефектов. Ой, тихонечко, да. А вот этот вот молочник? 100. 100 гривен. А рядом из стекла? Ну, за 80. 80 гривен. Я поняла. Эти чашки... А такие чашечки коростин? 80. 80 гривен. А такие почем тарелочки? 90. 50-й год. Да, тут старое, старое клеймо. Старый коростин. Да, да. Ой, а сколько стоит чудо ваше? 1200. 1200. А что это за ваза такая? 350. А крышки не было? Это просто вот такая ваза? Было три штуки, две меньше, вот их забрали только-только. Они там без крышек. Да, да, да. Это? Вот все? 50. 50. Всем большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем пока!